Hey you guys, с вами Шимики, мы продолжаем проходить игру под названием Lamentum. Короче говоря, как я и сказал, что будет, то будет. Если что, я объединю, если все-таки какая-то будет опасность. Я посмотрел, как я понял, еще не скоро у меня будет. Так, сюда, да, мы шли? Короче, если что, будем мансить и пытаться. Первая дырка, которую мы не можем взаимодействовать. Да. Если в спину залезет, вообще будет жесть. Люк. 3 года. Блондин. С карими глазами. От него сплошные хлопоты. Нужен глаз да глаз. Бесполезен. Айрон. 4 года. Шатен с зелеными глазами. Боится темноты и постоянно плачет. Райчел, 4 года. Блондинка с голубыми глазами. Сильно ослабла от недоедания. Все еще отказывается от еды. Мэри, 3 года. Шатенка с зелеными глазами. Так, я дал веревку человеку в подвале. Он не объяснил, для чего она ему. Повеситься, я понял. Зато сообщил, как попасть в кабинет лорда Штайнторова. Рассказал о картине с механизмом, за которой скрывается проход. Через тайный ход за картиной я попал в странное место с темницами. Можно ли из него выйти в кабинет лорда Штайнроута? Я нашел лестницу, но она находится слишком высоко. Возможно, я смогу опустить ее с помощью местных механизмов. Мне понадобится рычаг. Я вошел в одну из открытых темниц. Думаю, здесь давно никого не было. Огромная паутина преградила мне путь. Возможно, я смогу ее разрезать. Все, да. Ладно, пистолет, если что, я взял, как я и сказал. А, механизм, точнее. Так, похоже на механизм. Может привести его в действие? Давай. Вроде должен быть... Найс! Кто здесь? Ладно. А, это вы? Виктор. Я думал, вы погибли. Кто вы? Откуда вы меня знаете? Вы меня не знаете? Знаю, я изменился, Виктор. Мы все изменились. Я вас не знаю. Убирайтесь, нужно найти жену и поскорее убраться отсюда. Жену? Ее зовут Алиса. Ей грозит опасность, я должен ее найти. Постойте, не уходи. Девочка, я пытался к ней подойти, но она убежала. Если бы я ее поймал, я бы все исправил. Неужели вы не помните? Девочка, все ниточки ведут к ней, помоги им ее найти. Вы ее видели? Типа, это солгать и сказать правду? Ну, в моем случае, ребята, мне кажется, лучше сказать правду, если он и есть паук. Да, видел. Да, я видел девочку. Наверху. Отдал ей куклу. Кажется, она направляется в западное крыло особняка. Мэри, если я ее поймаю, возможно, получится все исправить. А мне кажется, если бы солгал, вот эта бы херня за мной побежала. Ну, либо убила максимум. Сразу же. Ладно, механизм мы опустили, мне нужно тогда в самый низ идти. Еще вообще чем. А я смотрю, замочки то поспадали.
понимаете? Не стрёмно, как бы, потому что я могу сейчас отлететь. Но не гри... Блять. Это очередной код, да, который мне нужен? И я, короче, если что, могу сразу тогда свалить отсюда. Побежать. Ну, я не думаю, что он настолько быстрый будет. Так, ладно. Темницы? Неужели в них держат детей? Ужас. Да, взять. Да, 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 да. Взять сломанную куклу? Да, взять. Что-то светится на дне трещины. Надо взять какой-то предмет, чтобы дотянуться. О, не зря, не зря я тебя носил с собой. Да. Взять ключ от спирали. Инвентарь заполнен. Найс. Найс. Зум. 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 Что мне делать? Максимально сейчас тупо получилось. Ладно. Так, ну смотрите, в принципе, я не вижу, чтобы здесь что-то светилось, поэтому валим. Ладно. Походу, они реагируют на свет. Ладно. Мне по-любому ключ нужно взять. Кстати, чернила у меня же теперь есть. Так, ладно. Передвинуть. Я вот думаю, может, давайте сначала я заберу, а потом сохранимся. Ключ, зачем мне еще ключ? Ладно. Главное не подохнуть и забрать ключ. Либо, ладно, если я подохну, я просто, так сказать... У нас есть чернила, это главное. Все хорошо, у нас есть ключ. Сойдет. Только вопрос, нахера мне ключ? Не, хотя, может быть, паук построит из паутины мостик? Как вариант. Ладно, если сейф у нас уже есть, можно с чистой совести отдохнуть. Еще в химическую лабораторию идти. Я не помню, где она. Так,
Так, ладно, пока сделаем так. Подожди, но я запустил, по идее, механизм, да? Так, эта херня... О, девочка. Сейчас скажет, а, ты мне предал, бла-бла-бла. Ты ведь Мэри? Я Виктор. Идем со мной, я отведу тебя в безопасное место. Он мертв. Да, я ничего не смог сделать. Он запер их в подвале. Я слышала крики. Честно говорю, было забавно. Ну, значит, не зря, что я... Не говори глупости, здесь опасно. Идем со мной. Я найду тебе безопасное место. Мне не нужна твоя помощь. Я могу за себя сама постоять. Понимаешь? Я слышал твой разговор с тем монстром. Ты сказал, что видел меня. Вдруг он придет за мной. Вдруг он хочет меня обидеть. Хе-хе, как весело. Кстати, ты нашел Алису? Что? Ты знаешь об Алисе? Ты ее видела? Нет, но я слышал, как ты о ней говорил. Она тебе дорога. Это моя жена. Боюсь, она в опасности. Если она тебе дорога, продолжай ее искать. А чего этот может быть ключ? Ключ, украшенный спиралью. Спиралевые двери у нас где были? Так, это масонские. Короче, либо в подвале, либо... Да. Вот, дверь. Я тебя услышал. Много ему урона надо наносить. Так, передвину, давай вниз. О, там тоже. А, так я могу так подсвечивать еще. Ага, и там комната, и там комната. Взять снаряды? Да, взять. Стоп, это значок спуска? Взять кочергу, да. Передвинуть. Ну, я понял. Ну, я не удивлен. Можно как-то там выкинуть? Сука. Вообще, да, никак. По нулям. О, нет. Так, вот почему он просил веревку. Так открой дверь, алло! Чё, в натуре? Не могу как пиньята. Ну вот в натуре, ну что это за дерьмо? Как мне это выкинуть? А если я выкинуть хочу? Пиздец. Сейчас мне идти, чтобы вы понимали, обратно.
Ладно. Что произошло? Голова кружится. Где я? Да давай я что? Найс, найс, чернила взяли. Что такое? Неужели это я? Память подводит. Эдман ищет людей для договора, готовых на все, как и мы. Одни приезжают в Гроу-Хилл и вскоре покидают особняк, другие остаются. Граф доказал, как крепка его воля. Он совершал такое, что прежний я посчитал бы отвратительным, а нынешний неизбежным. Последует ли награда за болью? Не эту ли фразу вновь и вновь повторяет отец Грэм? Порой я сомневаюсь, что дойду до конца. Правильно ли я поступил? Алиса, ты, наверное, не одобрила бы мои поступки. Но это последняя возможность увидеть тебя вновь. Ага. А что мне дальше делать? А, смотрите, так могу обширять. И рассматривать вдаль комнаты. Неплохо. Так, ладно, и что-то это мне дает? Мне порох бы куда-то выкинуть. Либо хил купить. Хотя, мне кажется, теперь, если вернусь обратно, там уже ничего не будет. Так, я включил механизм в одной из темниц. Что за странный человек я встретил? Он знает мое имя. Спрашивал от девочки и сказал, ее зовут Мэри. Почему он ее ищет? В одной из темниц я увидел трещину. Там что-то светится. Я встретил Мэри. Едва ли ей исполнилось 10. Она не выглядела напуганной и отказалась от моей помощи. Ну вот и все, пусть гуляет тогда. Короче, это безопасное, ребята, место, потому что они не могут сюда пролезть. Монет звук такой глух. Это что? Здесь это было? Что здесь? А, тут лестница. Что это за призрак? Похоже на женщину с трупом в руках. Так, все или еще ничего? Да ну и что мне, что дверь закрыла? Возьми чернила. Чувак, в натуре, ты что гонишь? Ладно, пофиг.
Сейчас вернемся за чернилами. Нас тела нету. Так, окей. Передвинуть нож мне уже не нужен, я буду использовать этот. Будет одно свободное место. Нужен мне ли еще ключ? Короче, рычаг я уже точно буду использовать. Мне сейчас один фиг еще спускаться в этот. В самый глубь подвала, где мы были. Я иду за чернилами. Я не знаю, как конечно, когда ими воспользоваться получше. Но мы использовали их 13 минут назад. Сойдет. Давайте в более безопасную комнату зайдем. Я там подумаю, рассмотрю, что у нас еще есть за комната, куда я могу пойти с ней. Так, ладно, поехали. Здесь я ничего не могу сделать. Нулевой. Нам нужно идти на нулевой. Потому что что? Первое. Мы активировали механизм. Плюс нам нужно... Будет еще этот всунуть. Вы поняли. Так, ладно, здесь есть комната. Второй этаж. На третьем нету, да? Это дырки, короче, я понял. Тут прохода вообще нет. Ладно, попытаемся сейчас тогда сюда зайти. Стоит сейчас сохраниться или попозже? Ладно. Так, а время не пишется, да? Ладно. А смотрите. Фарфоровая кукла Мэри. Она разбилась, и в ней застряли сухие ветки. Это та кукла, которую мы ей дали? Ладно, как более-менее у нас два места будет свободных. Поэтому один фиг, мы идем сейчас с вами на второй этаж. Ладно, кочерышку возьму. Не, это мне нужно теперь очень здоровое расстояние брать. По сути, если так, то... Давайте. Сегодня я прибыл в Граухилл. Эдман сказал, что я последний из гостей, и которого представили другие постояльцы. Мое внимание привлекло Виктор. Я заметил грусть в его глазах. Хотелось спросить, как он оказался среди нас. Но сомневаюсь, что кто-нибудь захочет объяснить причину. Эдман говорит, что предстоящий договор не подвластен законам вселенной. Когда он разражается такими речами, то становится похоже на кудесника с волшебными структурами. Я ни за что не поверил бы ему, если бы своими глазами не увидел его возможности.
Я бы пошел за самим дьяволом, если бы он дал мне надежду выбраться из этого мерзкого кресла. Этот, который вот ползу, но который ползает, да, теперь? Надеюсь, в следующей встрече ты сможешь прогуляться. Как говорится, надежда умирает последней. С уважением, Уэсли С. Это как раз Уэсли С и есть, который, походу, на коляске катался. Окей. Стоп. А что тогда теперь от меня хотят? Ну, если так в натуре подумать. Рычаг потерять? Подождите, это я должен буду всунуть рычаг. Быстро его взаимодействовать с ним. Да, да-да-да-да, ладно. Ну, пойдемте. Осталось помнить, как я туда попал. В этот непонятный подвал. Так, если так подумать, передвинуть сюда и пойдемте. Мэри, прости за сказанное, я не хотела огорбить, извини. Ничего страшного, не переживай. Знаю, Алиса тебе дорога, но я без понятия, где она, иначе сказала бы тебе. Я хочу тебе предупредить, в этом месте творится что-то странное, нужно сюда ходить. Я не могу сбежать. Мне нужно в кабинет графа, возможно, Алиса там. Мне нельзя заходить в кабинет отца. Он велит мне сидеть в комнате и не разрешает гулять по саду в лесу. Лорд Штайнтрум, твой отец? Да. Но он меня не любит. Он жестко ко мне и не разрешает ни с кем разговаривать. Тебе не следует здесь разгуливать. Спрячься где-нибудь. Она скоро вернется. Прятаться негде. Кто вернется? Не могу сказать. Она нас услышит. Будь осторожен. Так, взять. Хотя лампу. Ну, хотя, знаете, с другой стороны, мне интересно, кто она. А вы заметили, что двери закрыты? А, найс. Я этого не хотел. Больше не могу сопротивляться. Она зовет меня. Ее голос звучит у меня в голове. А-а-а! Моя мечта сбылась. Я снова могу ходить. Мы все изменились, Виктор. Все. Сознавайся, грехи. А, найс. Типа это... Босс-файт? Ладно, пофиг. 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 Пофиг, пофиг, пофиг. Все. Повезло. Не все хотя... Ладно.
Ну хотя бы я использовал рычаг и свалил оттуда. Но походу, может быть, я его даже мог убить, возможно. Так, подожди. Передвинуть сюда. Да, взять. Ну это лучше, чем ничего, ведь так? Найс, я в кабинете. Мне вот эти чуваки не нравятся. Кабинет лорда Штайнтрота. В комнате пусто, как и во всем Гроухилл. Может, Алиса была здесь? Алиса. Нужно продолжать поиски. А вдруг это, знаете, как эти мимики? Эдмонд, Грэм, Клейтон, Уэсли, Виктор. Так, хорошо. Микстурка есть, там пофиг. По дневнику что на? Что за странный человек я встретил, он знает мое имя. Я встретил Мэри едва ли... А, то есть ты не хочешь записать то, что ты встретил паучка, да? Кстати, подожди. А это как раз тоже выход в комнату, да, другую? Ага, еще один спуск. Дрезден. 11 марта 1710 год. Сегодня я прибыл в Дрезден и пока останусь здесь. Весь день я разбирал вещи. Скопилось только сундуков и ящиков, что я не смог отыскать старый дневник. Так что решил начать новый. Возможно, он и к лучшему. Все же я начинаю жизнь заново. К своему удивлению, я нашел шкатулку со странными записями, о которых не видел. Что еще страннее, их написал предок, о котором я никогда не слышал. Прочитай их завтра. Думаю, будет занятно. Хартмун Штайнтроут. Голодёха еще какая-то. Слушайте, ладненько, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.